Три голодных леопарда пытаются полакомиться одним медоедом, но кажется, никто из них не понял, что не его заперли с ними, а их заперли с ним. Медоед обладает очень толстой и, главное, эластичной кожей, внутри которой он может вращаться как под одеялом и выкручивается таким образом, что запросто сможет шкваркнуть за морду острыми зубами, если его схватить. Коренастое тело делает из медоеда неудобную добычу. К тому же этот малый очень смекалистый и знает, как дать отпор. На характере он сам нападает на кошек, сея в их головах страх и растерянность. И в итоге уходит, даже не обернувшись, проявив максимальное презрение. А на этом видео у питона только одна проблема. Он пытается побороть медоеда. В итоге у медоеда теперь на обед большая сосиска. Даже в схватке с ядовитой гадюкой медоед получает укус и порцию яда. Но поспав 2 часа, как твой батя 1 января проснулся и пошел доедать все, что осталось на столе.